Стартовал первый этап соревнований летнего спортивного праздника «Акбидай-2021». Легкая атлетика, баскетбол, прыжки в длину. Состязания идут по 8 видам спорта. Показать свой уровень собрались спортсмены из 13 районов нашей области. На стадионе побывала и наш корреспондент Диана Салихова. Вступив однажды на спортивную дорожку, сойти с нее сложно. Так получилось и у Виктории Сергеевой. В легкую атлетику она пришла в юности. Попробовала себя в этом виде спорта и поняла, что без бега Виктория свою жизнь представить не может. Тяжелые эмоции переживаю в легкой атлетике, шутит спортсменка. Ее личный рекорд – 3 километра за 9 минут 53 секунды. На сегодняшних соревнованиях легкоатлетка заняла первое место. Я бежала 1500 метров. У нас было 2 забега по 9 человек, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, у нас была раскладка, в принципе, мы договорились бежать на 5 минут. Ну, свою задачу мы выполнили. Мы занимаемся профессиональным спортом. Мы выступаем на Казахстане, на первенстве Казахстана, на кубках. И, в принципе, на районы мы обычно редко ездим. То есть мы отбор проходим так, по времени, по результатам. Летние игры «Акбидай-2021» продлятся 3 дня. Они собрали более 800 человек из 13 регионов области. В программе праздника 8 видов спорта: волейбол, баскетбол мужчины и женщины, футбол, легкая атлетика, гиревой спорт, тяжелая атлетика. Соревнования будут проходить с 1 по 2, где в каждом виде спорта выявятся победители. Ну, вы видите, сами соревнования, приехали самые сильнейшие команды. Уровень вырос, количество нет, у нас просто составы те же самые, но уровень вырос, видно. Вот сейчас по баскетболу я вижу, что есть результаты, ребята бьются, как говорится, есть как бы... стреляют новые команды, мы видим, что есть, которые очень серьезно готовятся, приходят молодые игроки и поэтому показывают хороший результат. Отличный результат на баскетбольной площадке показала команда из Уалихановского района. Разыгрывающий игрок команды считает, что пока рано расслабляться, однако по очкам они лидируют. Сегодня у нас вот первая игра, сейчас идет с Айртауским районом. Сейчас уже третий период закончился, мы впереди пока есть. Первую игру смотрели, Есид район и Казаржатский район. У них уровень, кажется, одинаковый. Надеюсь, победим. Зону выхода в каждый год играем. Ну, призовые места пока не брали. Надеюсь, в этом году удача на нашей стороне будет. В первый день спортивного праздника баскетбольный матч среди мужчин завершился со счетом 40-26 в пользу команды Валихановского района. Финальный этап соревнований пройдет в эту субботу на стадионах «Карасай» и «Жастар». Летние игры посвящены 30-летию независимости Республики Казахстан. Диана Салихова, Казбек Аркбаев, новости МТРК.